Неприкрытая опасность. В тракторозаводском районе пешеход провалился в колодец. Девушка упала в люк, когда выгуливала собаку. Все подробности в материале. Инцидент произошел вечером рядом с этой многоэтажкой на улице Грибоедова. Женщина выгуливала пса и не заметила открытый люк на дороге. В итоге провалилась вниз. Повезло, что ничего не переломала. Вот так выглядят ноги после падения в колодец. Все разбиты, все в царапинах и синяках. Выбираться из ловушки женщине помогли работники аварийной службы, а затем достали ее мобильник. Доставай, доставай, быстрее, а то... Выключай сразу его! Он уже утонул. После ЧП коммунальщики необычным способом решили проблему с этим открытым люком. Они прикрыли его доской, а сверху положили покрышку. Впрочем, в Челябинске за последний месяц это не первый подобный инцидент. Накануне в сквере Юргу 3-летний ребенок забежал на канализационный люк, когда гонял голубей. Крышка встала на ребро, и ребенок улетел вниз. Он просто бежал, и даже этот люк, его просто не видно, он в траве. Он наступил на конец люка, получается, когда бежал. Этот люк перевернулся просто, и ребенок просто провалился в этот коллектор, и люк тут же закрылся обратно. Слава богу, что он был пустой, конечно, что арматур не было, что не было воды. Сейчас наблюдаться будем, УЗИ надо проводить внутренних органов, потому что последствия могут быть... всякие. Глубина коллектора была около 2 метров. Малыша доставали несколько мужчин. Мальчик тогда получил серьезные травмы. Впрочем, жалобы на открытые колодцы поступают из разных точек города. Это кадры с улицы Марченко. Вот такое у нас безобразие на Марченко 33В. Люки открытые. У нас ходят дети здесь гуляют. А на Заячьем острове 45-летняя женщина провалилась в открытый коллектор. По словам очевидцев, вместе с компанией она жарила шашлыки. Потом куда-то отошла. Когда дама не вернулась, ее знакомые забеспокоились. На место вызвали экстренные службы. Оказалось, что женщина упала в открытый коллектор. Ее тело нашли через несколько часов на очистных сооружениях в 8 километрах от места происшествия. Труп унесло течением.